Первые дни Нового года принесли радость детворе и проблемы водителям. В областном центре, как и по всей области, выпали обильные осадки. В праздничные дни уборка улиц Тамбова проходила в штатном режиме. Коммунальщики и дополнительно привлеченные силы работали без выходных. Уборка в период новогодних каникул не прекращалась и в ночное время. Кто-то отдыхал на каникулах, а кто-то работал. Коммунальщики не прекращали бороться со стихийными последствиями на дорогах и тротуарах города и днем, и ночью. Работать приходилось в две смены. 90 единиц снегоуборочной техники в дневное время суток и 90 в ночное. В среднем за сутки с улиц Тамбова вывозится порядка 1200 тонн снега. Организация наша работает в две смены. Дневная смена – это 8 часов, и вторая смена сейчас выходит у нас с 8 вечера до 5 утра. В целях того, что раньше выходить смысла нет в город, транспорта очень много, пробки по городу. Иногда возникает проблема по вывозу снега, но добиться эффективности в работе помогает привлечение дополнительного транспорта. Планомерно с вывозом идет очистка улиц от свежевыпавшего снега. Снег нападал много, эти праздничные дни в этом году достаточно тяжелые для нас выдались. Ну, что касается техники, я всегда говорю об этом, техники всегда будет не хватать, требования растут. Я считаю, что эти снегопады, мы с их последствиями справились, дороги у нас все проездные. Очистить улицы от снега, посыпать тротуарные дорожки песком и солью. И если рабочие и снегоуборочная техника доставляют неудобства на дорогах, к этому все-таки стоит отнестись с пониманием. Роман Польшаков, Дмитрий Дианов, Ольга Кириллова. При содействии пресс-службы администрации города. Область новостей.